Prosus en ludos men genus paesde aluateo. Turnus de ent neon ton entos galeus potamu. Gos reon apo misambries metaxusurion tecai poflagonon. Exiei pros boreon animon eston euxeinon kaleominon pontun. Крес был генос, акузативус реляционес, родом лидиец, людос, при этом сын Алиата. И был он тиран, ну, то есть правитель, властитель народов, над народами, этхнеон, каких? Который тон энтос галиус, потому который находится по эту сторону реки Галис, реки которая гос, протекая реон апомис амбриес с юга между метаксиусирион текай пафлагоном, между ну, государствами или племенами, народами сирийскими и пафлагонскими. Протекая таким образом, она течет Просбарин Анимон буквально к ветру Барей, то есть к северу течет, впадая в Эуксейнон Понтон, Калеуменон. Впадает в море, которое называется Эуксейнон, то есть в Черное море, Эуксинский Понт. Или в гостеприимное море. Гутус го кройсус барбарон протус тон гемей сидмен тус мен катастрепсе то геленон эс фору апагоген тус де филус просе поеса то катастрепсе то мен ион насты кай айолеас кай дореяс тус энте асия филус де просе поеса то лаки даймониус. И вот этот крёс первый протос из варваров, барбаров, из каких конкретно? Из тех, которые мы знаем, тон ГМС Идмен. Первый, подчинив эллинов, принудил их, в общем, заставил эллинов выплачивать дань. Апогогена эсфору. Одних эллинов, тусмен, а других эллинов, тусде, сделал друзьями, союзниками, филус просепоесату. Починил же он ионийцев, эолийцев и дарийцев, которые в Азии, тусенте Ассия. А друзьями сделал филус де просепоесату спартанцев, лаконцев, лакедемониус. Про детес кройсу архес пантес геленес эсен элеоктерой. До власти Криоза все эллины были свободными. Были свободные. Тогар кемерион стратума, то эпитен ионина и коминон, кройсу эон пресбютерон у катастрофея генетатон палион, алекс эпидромес харпаге. Ведь что касается нашествия кемерийцев, которые пришли раньше Крёза, оно не явилось катастрофой. То есть оно не было покорением тонполион городов. Но оно было захватом ради добычи. То есть оно было фактически ограблением или хищническим захватом.